Значит, сегодня мы будем говорить о происхождении высших психических функций человека. Мышление, речи. Ну, может быть, успеем как-то затронуть сознание. Это все центральные проблемы современной биологии, современной психологии, если брать новейший термин, современной когнитивной науки. То есть комплексы наук, комплексы направлений, которые изучают все стороны процесса познания, как естественно-научными, так и гуманитарными методами. Постарайтесь вернуться воспоминаниями к лекции Бориса Дмитриевича Васильева, который говорил о информационных особенностях интеллекта и о биологической и социальной его роли, основой для которой, для этой огромной роли, явилась опережающая цифровизация головного мозга позвоночных. По его образному выражению, это был главный императив эволюционного прогресса. И вот об этом, именно прогресс, такой опережающий прогресс в развитии мозга обеспечил то, что некоторые из высших животных сейчас приближаются по каким-то хотя бы отдельным параметрам, приближаются к человеку. Теперь уточнение. Понятие интеллект – понятие весьма широкое. Оно включает фактически все когнитивные процессы и у человека – ощущение, восприятие, память, способность к обучению, мышление и воображение. А мы будем говорить об особом, высшем, наиболее сложном психическом процессе, о мышлении, о его биологических предпосылках сегодня и о предпосылках речи. Но для этого давайте определимся, что такое мышление. Значит, интеллект включает практически все познавательные способности. А мышление – это тот процесс, специфический процесс познавательной деятельности, при котором субъект оперирует мысленно разными видами обобщений, включая образы, понятия, категории, которые хранятся в его памяти, составляют внутреннюю картину мира. Именно мышление обеспечивает обобщенное, опосредованное отражение действительности, которое характерно, свойственно человеку. Это одна сторона – обобщение, абстрагирование, систематизация информации. Другая сторона мышления и его возможностей – это отыскание, открытие существенно нового, которое обеспечивает способность решения новых задач в новых ситуациях, иногда неожиданно возникших, для которых, по определению Лурия, нет готового решения. Причем процесс этот – самый сложный психический процесс, и структура его многослойная и сложна. Во-первых, существуют разные способы мышления, индукция и дедукция. И самое главное, мышление осуществляется с помощью целого ряда операций, центральные из которых, важнейшие, вот как раз операции обобщения и абстрагирования, которые, благодаря которым продуцируется такая форма мышления, как понятие, то есть формирование отвлеченной, систематизированной информации о наиболее существенных и общих признаках класса предметов или явлений. Я сразу забегаю вперед, об этом говорю, потому что это очень важный момент. Понятия – это универсальные структурные единицы мышления человека, и именно образование понятий, наличие понятий, системы понятий создает основу функционирования языка человека. Ну, вот эта сложность процесса человеческого мышления, в общем, уже она побуждала скептически относиться к гипотезе о том, что зачатки мышления есть у животных. И, в принципе, до сих пор вполне живет и здравствует представление, что мышление, зачатков мышления у животных нет. Хотя уже на заре человеческой истории, самых первых шагов человека, постепенно подкапливался, собирался материал, свидетельствующий
о явных признаках сообразительности у многих животных. Вот к этой картинке, восходящей к античности, о мудром вороне, который нашел маленькую в дупле немножко воды, бросал туда камни, пока не смог напиться, поднимал уровень воды. К этой картинке мы еще вернемся к ее современному, так сказать, рассмотрению. Ну, как вы понимаете, источником знания о происхождении психики человека является только изучение поведения и психики животных. А поведение животных, в свою очередь, феномен тоже сложной природы. Значит, основу составляют генетические программы типичные, формы поведения типичные для всего вида, которые приспосабливают к типичным для вида условиям среды. Ну, то, что называется по традиции инстинктами. Далее, способность к обучению, которая создает индивидуальную пластичность поведения каждой особи и приспосабливает ее к ее конкретному местообитанию и лайфстайлу. Ну и, наконец, мышление, которое позволяет адекватно действовать в новых ситуациях, придумывать, изобретать новые решения, коль скоро уровень развития мозга это позволяет. Эти три фактора переплетены, и, наблюдая тот или иной поведенческий акт, нужно иметь в виду, что вот и задаваться вопросом, каково соотношение этих разных факторов в его создании. А соотношение может быть очень разным. Есть формы поведения, в которых преобладают, давлеют генетические программы, слегка дополненные обучением, отшлифованные или же даже, может быть, актами мышления. Есть формы поведения, которые полностью формируются обучением, и наоборот, изредка у наиболее организованных животных проявляется поведение, формируется за счет актов мышления. Но в каждом конкретном случае этот вопрос надо решать, анализировать, потому что сходные действия могут иметь совершенно разную природу. Вот это Дарвинов галапагосский дятловый вьюрок, который с молодых ногтей, как только вообще начинает что-то такое вот клювом манипулировать, он берет палочку и выковыривает из-под коры личинок насекомых. Это не то, что способ облегчения, это его единственный способ обеспечить себе существование. И главное здесь генетическая программа. А рядом картинка, в общем, нечто похожее, тоже в клюве, тоже какая-то палочка. Но это американская сойка, Цаноцита кристата, на которых проводились опыты нашего коллеги американского, работавшего в близком нам направлении. И вот однажды его аспиранту посчастливилось увидеть, как сойка, который сидит в пустой клетке, постелена в клетку чистая бумага. Очень кушать хочется, потому что перед опытом мы поддерживаем животных, так слегка создаем им мотивацию работать. А вокруг валяется всякий мусор, вышвырнутый из клетки в более сытые дни. И вот эта птица отрывает полоску газеты с пола, сгибает ее пополам, получается такое, ну, орудие какая-то, что-то типа палочки, и этой палочкой она подгребает к себе корм. Это уже ничего похожего в репертуаре, во врожденном репертуаре этой птицы, даже близко похожего не наблюдается. Это и никто никогда до сих пор ни за одной птицей такого не замечал. То есть это чистый акт, самостоятельно созданный вот этой птицей применительно этим новым для нее обстоятельствам. То есть здесь уже природа совсем другая, главное мышление. Но рядом в лаборатории сидят другие птицы, которые тоже участвуют в опытах, которых тоже подмаривают, ну не подмаривают голодом, но так держат слегка, знаете, замотивированными. И тогда из 8 птиц, сидящих вокруг, 5 начинают тоже что-то манипулировать газетами.
И в конце концов пять из них тоже изготавливают себе такое орудие и тоже подгребают к себе корм. Внешне поведение совершенно такое же, но здесь уже мышление, ну, может быть, в том, что сообразили подражать этой умелице, изобретательнице, и путем обучились делать то же самое, путем наблюдения и подражания сородичу. То есть вот три очень похожих поведенческих акта, орудийной деятельности, проявления, но они имеют совершенно разную природу. И вот это некое одно из таких, один из главных заветов, что ли, требований к исследованиям, которые пытаются выявить у животных зачатки мышления. Это называется каноном Моргана, который настоятельно предписывал проанализировать, не приписывать животным каких-то слишком высоких психических способностей, если их поведение можно объяснить на основе наличия у них какой-то способности, занимающей более низкую ступень на психологической шкале. Поэтому говорить, что Галапагосский вьюрок очень мудр, не приходится. Его совершенное поведение – результат действия врожденной программы. Какие-то разговоры о мышлении животных велись долго и давно, но четко гипотезу вот ввел в науку Чарльз Дарвин. Он говорил, что помимо инстинктов и способности к обучению у животных, несомненно, есть, как он говорил, способность к рассуждению, мышлению, reasoning. И при этом указывал, что лишь немногие могут отрицать, что разница между психикой человека и высших животных – разница в степени, а не в качестве. Но я недаром выделила синим цветом вот эти немногие. Это явно Дарвин был таким оптимистом, потому что очень многие возражали и продолжают возражать против такой гипотезы. Вот гипотеза Дарвина, что высшие психические функции – результат эволюции психики животных, их элементарного мышления. А наряду с этим и этой гипотезе пришлось бороться с альтернативной, что зачатков мышления у животных нет, не было и не будет, и их интеллект ограничивается выработкой условных рефлексий. Отголоски этого вот мы находим и до сих пор в философском словаре. Нам, например, говорят, что мышление не может быть объяснено только деятельностью физиологического аппарата. Оно существует только в связи с трудовой речевой деятельностью человека. И вот чтобы в этом разобраться, чтобы проверить гипотезу Дарвина, потребовалось 100 лет экспериментальных исследований, которые к настоящему времени, сначала это были отдельные работы, постепенно они ширились, и сейчас, это навскидку, вот что под рукой стояло на полке, это идут монографии, каждый год выходит 3-5, с каждым годом все больше монографий, посвященных мышлению животных, и даже учебников, посвященных этим же проблемам. Признанию гипотезы способствовали труды многих ученых, причем знаменитых и крупных, кое-кого мы здесь сегодня и в следующий раз упомянем, но я хотела бы сказать об отечественных классиках. И это не только дань такого, ну, какого-то дешевого патриотизма, а дело в том, что вот эти люди действительно внесли очень серьезный, очень фундаментальный вклад в проблему мышления животных. Прежде всего, Надежда Николаевна Ладыгина-Коц. Если вы были в Дарвиновском музее, были, надеюсь, конечно, вы помните, что это сооснователь Дарвиновского музея, который вместе с Александром Федоровичем и ее мужем, собственно, из ничего сделали вот то, чем мы сейчас можем пользоваться, наслаждаться и восхищаться. Ее считают основоположницей отечественной зоопсихологии. Но кроме того, она постояла у истоков приматологии. В ее времена не было слова «этология человека», но она внесла вклад в ее, так сказать, основы и так далее. Надежда Николаевна в течение всей жизни занималась мышлением животных.
в разных формах, разными методами. И к концу жизни, в последняя книжка, ее называется «Предпосылки мышления человека», где она вот формулирует эту гипотезу о том, что есть такие предпосылки в психике животных, те зерна, из которых развелось мышление человека. Вот это главная, ее наиболее знаменитая книга, переведенные кусками сразу на все европейские языки, а в 2000 году изданные полностью по-английски. Это двухтомник. В первом томе, собственно, текст монографии, посвященный последовательному, скрупулезному описанию и сравнению развитию поведения и психики шимпанзенка до 4 лет и ребенка того же возраста. Труд совершенно уникальный, и первые после этого армии ученых работают в этом направлении, но никто не заметил, у нее не было ошибок. Все, что она нашла, все это, так сказать, это фундаментальные, абсолютно достоверные знания, которые многократно повторялись и расширялись. Книжку эту продается в нашем киоске. Подойдите, хотя бы полистайте ее из интереса. Это, во-первых, великолепный язык, такой вот дореволюционный, несколько вычурный, изысканный, но это того стоит. А второй том – это 160 таблиц, где параллельно собраны фотографии поведения шимпанзе и ребенка в сходные возрасты. И это тоже, этот атлас абсолютно уникален и продолжает оставаться, так сказать, ценным и востребованным. Вот так называется эта книжка «Дитя шимпанзе и дитя человека в их инстинктах, эмоциях, играх, привычках и выразительных движениях». Целая энциклопедия. И в ней, так сказать, нет лишнего слова, хотя каких-то вещей она, естественно, не могла исследовать. Далее. Крупнейший – это Надежда Николаевна, это целая эпоха, собственно, после ее смерти зоопсихология как таковая, потихонечку как-то психологи перестали заниматься животными, и сейчас, ну, буквально человек 5-10 психологов на психфаке, вот, так сказать, эту ниточку тянет. А поведением и, соответственно, психикой занимаются очень многие другие направления, другие специалисты, но дело идет. Фирсов Леонид Александрович был учеником Арбели, выпускник, так сказать, воспитанник Павловской школы. Чрезвычайно тоже одаренный, невероятный человек, разносторонний, ну, это целая тоже эпоха. И он изучал мышление животных и как способность к решению новых задач, и как способность к обобщению, к абстрагированию. Вклад его совершенно капитален, и вот к тем лекциям, собственно, в его работах было показано, что у обезьян высших есть основа для усвоения, для оперирования, есть зачатки второй сигнальной системы. То американцы осуществили, собственно, доказали это экспериментально. Ну и о Леониде Викторовиче Крушинском, вклад которого не менее значим, мы скажем чуть-чуть попозже. Итак. Проверка трудов гипотезы Дарвина, экспериментальная, началась в 1913-14 году, когда Ладыгин и Коц показала способность к обобщению шимпанзе впервые в истории, и начал работать немецкий психолог Вольфгард Кёллер, который показал, что они способны решать новые задачи. С тех пор прошло 100 лет, вот прошлые годы два, это были юбилеи, столетия экспериментального изучения мышления животных. И за это время показано, что дарвиновская гипотеза совершенно справедлива, что элементарные формы мышления у ряда видов животных действительно существуют. Проявляется мышление в разных формах, и спектр его проявления зависит от уровня развития мозга данного вида, там, таксона, семейства, группы. Итак, что же сделал Кёллер? Кёллер в начале 14-го года поселился на острове Тенерифе, где была небольшая биостанция,
приматологическая станция Прусской академии наук. Там было 9 шимпанзе, и он начал с ними работать. И придумал, предложил, реализовал особую методику для поисков мышления, зачатков мышления животных, так называемые орудийные задачи. То есть, когда для получения биологически важной цели, видимой, но недоступной приманки, животное должно употребить некий посторонний предмет, ну, который принято называть орудием. Итак, орудийные задачи, орудийная деятельность. Причем здесь вы видите несколько, ну, такие классические известные фотографии, в которых показано, что для достижения этой цели обезьяны могут применять палки, могут ставить ящики один на другой, целую пирамиду из ящиков создавать и так далее. Причем задачи, которые Кёллер предлагал, отличались рядом особенностей. Прежде всего, значит, каждая задача должна быть для животного новой. Дальше. Задача должна иметь структуру, доступную для анализа. Вот как писал Кёллер, эксперименты, при помощи которых мы испытывали животных, ставили последних перед вполне актуальной данной ситуацией, в которой также решение могло быть тотчас же актуально выполнено. Это были задачи, про решение которых, как их решать, догадаться можно было. Если вот висит под потолком приманка где-то высоко, то можно, или лежит длинная палка, ты берешь длинную палку, там сбиваешь или так далее. Это альтернатива проблемному ящику Торндайка, где, видите, голодная кошка видит снаружи пищу и хочет выйти. Для этого ей нужно нажать вот на эту педаль. Но поди догадайся. От педали идет веревка, непонятно, ее не видно, потом она проходит тут и подходит при нажатии педали, крышка открывается. Поди догадайся, выявить это бедному животному вот так вот сходу невозможно. И кошки выходят из, ну и вообще животные решают эту задачу только методом проб и ошибок. Раз натолкнулась на педаль, дверь открылась, два, ну и так далее. А вот в кёллеровских задачах все, так сказать, вся ситуация была в пределах зрительного поля, и животное могло эту ситуацию анализировать. Как анализировать? Во-первых, определять пространственные соотношения. Вот цель приманка, а вот, как, вот ящики стоят в одном углу, значит, их надо передвинуть под приманку. Определять в процессе ознакомления обезьяны прикидывали размер орудия. И если брали для далекой приманки длинную палку, для более близкой – короткую. Ну и, например, наконец, в этот же период, видимо, строился мысленный план серии действий, потому что иногда можно для достижения этой цели приходилось решать какие-то промежуточные задачи. Здесь я вот уже упомянула, что животные должны быть хорошо мотивированы для решения этих задач. И хочется напомнить вам еще определение Александра Романовича Лури. Он говорил, что акт мышления происходит, когда у субъекта есть мотив, делающий задачу актуальной, а решение ее необходимым. И когда субъект оказывается в ситуации, относительно выхода из которой у него нет готового решения. То есть он не мог первый раз ситуацию увидеть, инстинкта такого нет, а и есть, и нет возможности совершать пробы и ошибки. Можно и нужно решать эту задачу сразу экстренно. Вот таких задач Кёллер предлагал около 9 типов, они постепенно усложнялись. Разные варианты удаления приманки, но все в поле зрения. И оказалось, что большинство обезьян решают эту задачу с первого раза, не прибегая вот к таким слепым, бесцельным, бестолковым пробам и ошибкам. То есть поведение шимпанзе в таких опытах
было принципиально отличное от поведения животных, которые обучаются, у которых вырабатываются условные рефлексы. Или поведение вот, ну, той же кошки в проблемном ящике Торндайка, где сообразить ничего нельзя, можно только действовать наугад. И наблюдая, анализируя характер предшествующего поведения, предшествовавшего решению, Кюллер пришел к выводу, что они достигают цели вот при первом же предъявлении, без этих слепых проб и ошибок, благодаря тому, что производят целостную оценку отношений внутри ситуации и выявляют, как он писал, объективные отношения между элементами ситуации, которые нужны для существенного решения. Например, если приманка лежит за вольеры, где можно только руку просунуть между прутьями, обезьяны не обращают внимания на ящики. Они крутятся вокруг палок, осматривают палки, выбирают подходящую палку. И вот такое решение, приходящее как бы сразу или с небольшим периодом раздумья, решение без слепых проб и ошибок, получило название инсайта, проникновение или озарение. И эта работа Кюллера была опубликована в 1925 году, она произвела фурор, и стали его опыты повторять. Так, молодые люди, пожалуйста, потише. Многие исследователи стали повторять эти опыты, либо повторять, именно повторять, проверять, или создавали собственные методики. И в конце 30-х годов, в 35-м, по-моему, к проверке этих опытов обратился Иван Петрович Павлов, который первоначально отнесся к ним резко отрицательно и говорил, что господину Кюллеру свойственна совершенно отвратительная тенденция искажения фактов, которых мы вот, и он находит то, чего мы не видим на собаках. Тем не менее, Павлов построил антропоидник под Ленинградом, как теперь бы мы это назвали академгородком или биостанцией хотя бы, поселок Колтуши на озере Прекрасном. И построил антропоидник, получил, ему прислали двух обезьян, и вот как развивались, ну товарищи, ну это вот, эти, каждый компьютер это мука. А? Когда обезьяна строит свою вышку, чтобы достать плод, говорил папа, то это условным рефлексом назвать нельзя. Это есть случай образования знания, улавливания нормальной связи вещей. Обратите внимание, мучится обезьяна с этими скамейками, а в руках держит палку. Потому что предварительно она прикинула, по-видимому, что вот пирамида, что очень высоко приманка, и одной пирамиды или одной палки ей не хватит. И вот это поведение обезьян в этом опыте и в опытах так называемых с тушением огня привели, которые разработали в лаборатории Павлова. Вот это привело Ивана Петровича в последний год жизни, в 1935 году было это, вот эти опыты, это заседание, привело его к этому историческому, совершенно неожиданному для него высказыванию. Вот он критиковал Кюллера, в общем, не очень глядя, но повторил, проверил и убедился, что когда обезьяна строит вышку, это уже условным рефлексом не назовешь, это есть зачатки того конкретного мышления, которым мы орудуем.
И если бы поживи, Павлов, дольше, развитие вот нашей науки, физиологии ВНД пошло бы другим путем, потому что сейчас люди продолжали бы заниматься, работать в этом направлении. Ну, а так развитие. Вот эти взгляды Павлова были похоронены лет на 30, и только в 70-е годы эти данные поднял из небытия сначала Леонид Викторович Крушинский, потом Фирсов, и Фирсов продолжил эти работы. Я обращаю ваше внимание на этот факт, потому что вот Павлов был, ну, так сказать, его фигура, она в школе, там мы проходим, условный рефлекс, собака, слюна, так что-то такое вот. А это был человек, во-первых, широчайших, опять-таки, талантов, трудов и открытий, и плюс человек, который пересматривал свои ошибки и объявлял о них громогласно, в печати, с трибун и так далее. И вот это один из примеров того, что Павлов в конце жизни признавал наличие конкретного мышления у животных. Ну вот здесь собраны картинки, разные формы орудийной деятельности, разные установки, в которых нужно добывать приманку с помощью тех или иных посторонних предметов. Палки, там палки, камни, ящики, что-то такое. Но кроме того, есть несколько задач, когда вот таким орудием является, неожиданно является вода. Ну, во-первых, в лаборатории Павлова была придумана такая установка, где апельсин хранился, вот видите, некая такая ниша, вот здесь горит спиртовка, огонь, там внутри лежит апельсин, и стоит бак с водой, кружка. В общем, обезьяна, Рафаэль понял, освоился, быстренько наловчился, наливал в кружку воду, тушил огонь, а воде, когда воду не налили в бак, он очень возмущался, стучал, показывал, что безобразие. А потом поднял, взял с окна бутылку с водой для полива цветов, которая стояла совершенно тут не для него, и залил огонь из этой бутылки. В другой раз, когда повторили опыт, он пописал в кружечку и тоже залил этот огонь. Как-то раз он набирал воду в рот, не было кружки, он набирал воду в рот и заливал из огня. То есть уже вот на этих этапах было продемонстрировано, уже Павлов видел, что решать задачу они могут разными способами, имея в мозгу модель решения и понимание сущности задачи. Ну, вот это первый способ, так сказать, когда вода служила орудием. А в настоящее время, в продолжение вот этих знаменитых кочующих из одних трудов, вот с 4 века до новой эры, история этого ворона кочует по трудам естествоиспытателей, и уже забыто, кто это видел, это кто-то и не видел. Но факт тот, что это некая модель разумного решения задачи, которая может появиться перед возникнуть у животного в естественной среде. Кстати, вот это шаржированный такой рисуночек, который говорит именно о такой ситуации, которую наблюдал совершенно случайный человек, попутчик в поезде, рассказал нам, ничего этого, конечно, не знаю, что вот у него в детстве был галчонок, который в засуху бросал на дно банки камешки, чтобы поднять уровень воды. Но наблюдение – это наблюдение, а в 2009 году в лаборатории Эмери Кембриджа предложили грачу вот такой цилиндрик с водой, на поверхности плавал червяк, я не буду длинный там видеофрагмент, и когда ему дали, он бродил так, поглядывал, дали камни, он тут же стал бросать камни в эту трубку, так что поведение того ворона было вполне воспроизведено, но вороны это вороны, а вот такую же задачу предъявили детям, и они стали решать ее только пятилетние, как-то, в общем, не очень. А вот ее предложили орангутанам. Да, секунду.
Что? Вы сказали, что ее предложили репутацию. Да. Сейчас. Послушайте, вы поняли, что она делает? Она наклонилась к фонтанчику с водой, набирает воду в рот и в два приема поднимает уровень воды в этой трубке. Детеныш бродит рядом, сейчас я отвечу. И все пять орангов в лаборатории решили эту задачу сразу сходу. Причем малыш этот на третий день стал делать то же самое, продемонстрировав, а вот шимпанзе. Там их было тоже несколько, они доливали воду, вот набирая в поилки, ну а этот товарищ проявил такую повышенную сообразительность, почему бы и нет. Простите, вопрос в чем? Где там? У Павлова? Сначала одной самке с детенышем предложили этот опыт. Она его радостно решила, а на третий день стал ей подражать детеныш. А затем предложили эту задачу всем, там было пять самок, и все они сразу решили. А потом проработали на шимпанзе, их тоже было несколько человек. Ну и вот один здесь показан, который тоже продемонстрировал, что решать задачу они могут и обычно решают разными способами. Таких примеров вот решения каких-то задач в неожиданных ситуациях природных существует довольно много, но иногда вот здесь нам надо помнить про канон Моргана, потому что иногда мы принимаем желаемое за действительное. И вот один из примеров – ворона, которая размачивает сухарь в луже. Всем нам кажется, что это невероятно умно, и так и думали до тех пор, пока не убедились, что слюдки, буквально как только они начинают брать что-то в рот, они еще глотать не могут, но уже манипулируют камушками, там пищей, они сейчас же начинают размачивать пищу, бросать пищу в воду. То есть это некая врожденная реакция, которая существует даже именно не путем подражания формируется, а, видимо, врожденная, которая характерна для всего вида в целом, и поэтому приписывать вот такому поведению, расценивать его как проявление мышления не приходится, поскольку это, видимо, врожденный видоспецифический форма. Исследуя мышление, пытаясь исследовать мышление животных, можно применять и применяется несколько методов. Во-первых, эксперименты в неволе, психологи и физиологи, наблюдения в природе, которыми занимались испокон веков зоологи, сейчас систематически этологи, ну и случайные наблюдатели разных, так сказать, направлений. И сейчас вы увидите, вот частично мы уже видели, как результат наблюдения в природе, реализованный, промоделированный в лаборатории, показал достоверность и значимость этого случайного наблюдения. Так что результаты наблюдений и экспериментов должны дополнять друг друга и, как правило, так и происходит, и сейчас к этому все чаще мы обращаемся. Далее, в природе есть еще опыты, которые проводятся в природных условиях, но лабораторными методами. И далее, очень важно, постепенно, вот на протяжении этого столетия сложился комплексный подход к исследованию, изучение поведения, изучение мышления с помощью разных методов, потому что только такое многоплановое тестирование позволяет действительно охарактеризовать спектр когнитивных способностей, а не и судить, получать достоверную разностороннюю характеристику мышления данного вида. Ну и необходимость сравнительного анализа, потому что разные виды решают задачи по-разному. В настоящее время, как я уже упомянула,
очень усилился вклад наблюдений за естественным поведением вот в решение проблемы мышления животных. Этому способствует расцвет этологии. Слышали про такую науку? Основоположники Лоренц и Тинберген, лауреаты Нобелевской премии, авторы массы популярных, изумительных книг о поведении животных, которые сейчас, вот целая серия очередных переизданий, «Кольцо царя Соломона», «Осы, птицы, люди», «Человек встречает, находит друга» и так далее. Очень советую, это хорошее чтение, которое дает полноценное введение в данную науку. И одна из особенностей этой науки – это то, что главный метод наблюдения за естественным поведением, желательно в природе. Хотя оба этих исследователя, для них вопрос о том, есть мышление, нет, вопроса не существовало. Они по своим наблюдениям это знали. И вот с 60-х годов началась эпоха, когда исследователи приходили в места обитания животных на долгие годы и десятилетия. В частности, Джейн Гудл, молоденькая 20-летняя, по-моему, девушка, начала работать в ущелье Гомбе-Стрим на озере Танганьика. И вот в 2010 году исполнилось 50 лет ее работ, основанного ею заповедника и станции. Так вот, при первом же она бродила по джунглям. Слышали такое имя? В принципе, фильмы ее периодически по телевидению крутят. Ну вот как-то сейчас немножко видно, сейчас эта пора прошла. Так вот, наблюдая за дикими шимпанзе, она сразу увидела, что те широко используют и камни, и палки для добывания облегчения, добывания пищи, но не только. Однажды она наблюдала, как молодой самец, только что, ну, подросток, вот только, знаете, из молодых до ранней, захотел стать вождем группы. И он перед остальными самцами проделывал такой, ну, на языке шимпанзе естественным, проделывал ритуал самоутверждения, бил себя в грудь, пробегал, кричал и так далее. Ну, те, в общем, снисходительно смотрели на забавы молодежи и никакого внимания этому, значения этому не придавали. И в один прекрасный день Майк подобрал две канистры пустых от керосина и проделал вот это видоспецифическое поведение, пробежался перед ними, ухая, как положено, и гремя этими бетонами. Результат был поразительный. Вот здесь уже при следующем, при повторении, он в течение 4 недель так упражнялся, вот все разбегались, никто не догадался тоже взять бидоны и погреметь, и через месяц он был таки лидером группы, беспрекословным, и оставался таковым до глубокой старости, когда он уже там ослеп, оглох, и, ну, соответственно, его место занял другой. То есть орудия применяются не только в природе, не только для добывания пищи, но и для решения других вопросов, других мотиваций, в частности, вот для усиления видоспецифических эффектов демонстрации. И вот эти фотографии сделаны не при первом эпизоде, а уже при повторении, потому что он упражнялся целых 4 недели, добивался своего статуса. А в нулевые, вот в последние 10-15 лет, ситуация резко изменилась, потому что в наши руки видеокамеры стали совершенно бытовым прибором, доступным каждому. И благодаря этому диапазон возможностей очень расширился. Во-первых, можно наблюдать, фиксировать, вот, гнать запись поведения животных в неволе хоть сколько хочешь. Во-вторых, если делать видеозапись во время опытов, то у вас остается протокол, не просто описание, а вот протокол. Вы можете прокрутить каждый опыт несколько раз и проанализировать, что и как. И, наконец, если происходит что-то неординарное, то
можно, остаются документы. Сейчас мы такие документы увидим. Ну и, наконец, если фото и видео ловушки расставляются в лесу, и благодаря этому, например, было впервые замечено, что гориллы в природе тоже используют орудие. Сначала сняли, что вот эта дама выламывает палку, чего раньше не наблюдали, а потом оказалось, что она делает это для того, что ей приспичило идти через глубокую, через такую протоку, и она щупает палкой дно. Пощупала и вернулась. Видимо, дальше было глубоко. Антропоиды не очень любят глубокую воду. То есть, вот опять-таки документ и про случай, который был бы, конечно, пропущен. А вот в Пражском зоопарке на протяжении почти 13 лет велись вот такие видеонаблюдения за группой горилл. Гориллы эти составляли такую очень гармоничную группу. Самец, там пара-тройка самок, в разной степени любимых, молодежь, молодые самцы, детеныши. То есть именно такими группами живут гориллы в природе. И вот их сплошняком записывали с утра до ночи и пускали это как шоу за стеклом. В тот период это было модно, это были, знаете, предки «Дома-2». И у нас такое было дурацкое шоу, и там даже два человеческих. И очень быстро, это вот потрясает просто, очень быстро вот шоу, передачи про горилл перебивали рейтинги этих. Ну, интереснее смотреть за естественным поведением высокоорганизованных животных, интереснее, нежели наблюдать ужимки и прыжки вот каких-то странных личностей, которые сели, изображают какие-то страсти, отношения, не пойми что, на глазах вот широкой публики. Но это было сначала как чисто медийное такое мероприятие, а потом материал этот копился. И вот Марина Алексеевна Ванчатова, ученица Фирсова, наша соотечественница, которая вышла замуж в Чехию, и поэтому в Чехии теперь есть приматология. Так вот, в один прекрасный день она мне сообщает, значит, гориллы содержались, вот это их внутреннее закрытое помещение, здесь стекло. Семислойное стекло, через которое мы за ними наблюдаем. И видите, вот там окошко препараторское, а в противоположной стене препараторское окно в карантин. И когда в карантин поместили новую самку, то все население столпилось и толпилось днями около этого окна. Вот эти чурбаки поставили уже совсем недавно. А до того это было довольно высоко и неудобно. И в один прекрасный день главная самка Хиджибу постояла, так покрутилась, принесла один ящик, встала на него, мало, принесла второй. И далее с комфортом наблюдала столько, сколько хотела. То есть это те же пирамиды, которые строили кёллеровские обезьяны, павловская Рафаэль. Но там была ситуация немножко, понимаете, вот животные же улавливают такие вещи. Там их невольно хвалили, когда они с этими ящиками манипулировали. А здесь эти ящики, им давали фрукты в них, на них никто не обращал внимания. Ну, поели, разломали, выбросили. Это было чисто, вот абсолютно спонтанное изобретение. И оказалось... Далее Марина Алексеевна пристально вот анализирует этот материал на протяжении долгих лет. И оказалось, что только три гориллы вот так реально участвуют в орудийной деятельности. У них отмечено более 20 типов употребления разных орудий. Причем, значит, ящики совершенно спонтанно используются в разных целях. Это и поднос, это и ступени. Так же, как те знаменитые. Это как гнездо.
Это, может быть, однажды главный самец прижал этот ящик и колотил по нему, пока напоминая сородичам, кто есть кто и кто в замке король. Ящики используются как орудие в драках. Дальше. Для достижения сходных целей, вот в качестве ступенек, подняться к этим пресловутым окнам, используются разные предметы. Во-первых, пирамида друг другу на плечи. Вот корзины этот товарищ собрал, кто-то из молодых. Ну, вот ящичек такой, а этот встает просто на мячик. То есть цели ясны, задачи поставлены, и методы осуществления. Достижение цели происходит с помощью разных предметов. Ну, дальше. Для достижения, вот здесь, для дневного гнезда, для отдыха, опять-таки, такая корзина, опять-таки, ящик, то же самое. Стружку и как подушку, и как средство от сырости, от холода. И вот эта замечательная моя, она нацепила мокрый пол, или даже это на, я не вижу, она зацепила два пучка стружки лапами и шла по мокрому полу, как в галоши. Это проделала она как минимум дважды. Ну и меня больше всего потрясает вот та же самая, это та же Киджибу, которая построила себе пирамиду из ящиков, она поняла, как управлять фотоэлементом в питьевом фонтанчике. Она любила мыться и пить подолгу. И вот она несет пучок стружки и затыкает им фотоэлемент. Видно, неудачно, потому что вот приходится переделывать. После этого вода льется столько, сколько она хочет. И она от души полощется, брыжется, пьет. В конце концов, она садится практически в эту раковину и так далее. Вот подумайте, какой анализ, вообще какую наблюдательность надо иметь. И как выявлять причинно-следственные отношения? Ну вот как она догадалась, что как она уловила эту связь? Одна из ее предшественниц в 50-е годы догадалась, когда построили, пустили проволоку, электропостук устроили по забору, который отделял от соседей. Она 9 способов у нее было перемахивать. Что бы ни делали с забором, она его преодолевала. И в конце концов она подошла и выключила рубильник на щитке. Вот это как? То есть материал, который копится, наблюдательность животных, вот это скрытое латентное обучение, создание хранения в мозгу, видите, огромного, в общем, запаса знаний, которые составляют, так сказать, некую внутреннюю картину мира они хранят. И картина эта достаточно сложная. Во всяком случае, вот эта ситуация с фотоэлементом – это что-то. Так вот, сколько бы каждый год практически наши представления о размахе орудийной деятельности обезьян, о тех задачах, которые они могут решать, постоянно расширяются. И за неимением времени хочется рассказать еще один случай, но не могу. Так вот, значит, это все касалось высших обезьян человекообразных. Во сколько кончается ваша лекция? М? 16:40. Ага, хорошо. То есть ничего хорошего не надо. Так вот, что-что? Ничего. Вы хотите перерыв? Нет. Давайте быстренько, потому что материал большой и невольно расползается. Так вот, помните, что низшие обезьяны никогда палку по свой камень в руки не возьмут. Их можно научить чему угодно, но научить. Вот нет случаев спонтанного употребления предметов в качестве орудий. Это многолетнее наблюдение многих исследователей во всех странах.
И вот эта разница в объеме мозга и в площади ассоциативных областей, которые есть между высшими обезьянами и низшими, вот она играет колоссальную роль. Хищные млекопитающие, как правило, до сих пор не было, еще недавно не было ни одного случая употребления орудий. Но вот уже 2 года, как я показываю, как раз перед началом курса мне прислали вот такой ролик. Это питомник дикие собаки динго. Не одомашненные, это дикий вид. А вот висит, вы видите, да? Вот она, приманочка, собачий банан. Ну и ходят. И только одна вот на него как-то обратила внимание. Ну вот все ходят, вот что-то такое происходит. Скучная жизнь. А теперь внимание. Ну, это подруга влезла, но, собственно, она даже не смотрит на него, по-моему. Влезла и влезла. Ну, вот. А теперь, значит, изобретательница. Еще один такой же ролик есть с домашним... с домашней собакой. Ну вот неудобно. Вот подтащить поближе ни та, ни другая не догадываются. Ну, на тут приходится опираться на собственную ловкость, и она не подводит. Вот на сегодняшний день 2 таких эпизода, которые говорят о том, что несмотря, посмотрите мозг гориллы, макаки, собаки-кошки. Ну, мы не говорим про абсолютные объемы, относительные объемы, относительно веса тела, они тоже в такой же последовательности различаются, но главное у этих огромные, почти, ну, значительная область, лобная область. У макак поменьше, но тоже вполне самостоятельная. А у хищных там вот такая буквально беленькая фитюлечка, самый полюс префронтальной коры. Очень слабо развитые ассоциативные области. И вот результат проявляется в этом. Но то, что вот 2 собаки обнаружилось, это очень интересно. Ну, нет правил без исключений, но они подтверждают правила. Будем ждать продолжения. А вот посмотрите на птиц. Абсолютно гладкий мозг. 2 небольших борозды. 2-3. Но самое главное, у них нет коры шестислойной, которая считалась, что вот шестислойная кора млекопитающих – это главное условие, главный орган условных рефлексов, даже так говорилось. И раз, и чем более она развита, тем более вот борозды, извилины повышают, увеличивают ее поверхность, и в этом залог вот этого самого прогресса нейроморфологического. Но в настоящее время показано, что в мозгу птиц тоже есть структуры, которые аналогичны по функциям и гомологичны по происхождению новой коре млекопитающей. Но, тем не менее, мозг маленький вот такой. Но у птиц отмечено довольно большое количество, учитывая отсутствие передних конечностей фактически, способов самостоятельного изготовления орудий неволи. Вот этот попугай, в частности, когда упал орех далеко, он сделал палку сначала, и потом делал палки покороче, подлиннее, в зависимости от того, как над ним издевались экспериментаторы, куда откладывали орех. А тут даже крючок изобразил. Это очень, так сказать, особое значение имеет, потому что в природе есть такой вид, новокаледонские вороны, которые делают орудия, они так же, как Дарвины вьюрки, поголовно. Все используют разные орудия для добывания из-под коры насекомых, личинок и так далее. И у них
и просто вот такие вот типа штыков, просто палочки и вот крючочки, которыми, оказывается, в каких-то ситуациях удобнее действовать. И вот когда парочку ворон таких привезли в лабораторию, то решили проверить, как они будут действовать, будут ли они решать вот задачу сходную, ну, в общем-то, некую задачу, навеянную их поведением в природе. Вот стеклянный цилиндр, на дно ставится ведерко с ручкой, в нем приманка. И вороне предлагают несколько палочек и крючок. И из двух ворон работала только вот эта, Бетти, которая безошибочно каждый раз, она по-деловому брала крючок и вытягивала приманку. Но в один прекрасный день вторая ворона крючок утащила. И перед Бетти оказались только палочки, только проволоки. Ой. Слушайте, ну это что-то безобразие. Угу. Ну, только невозможно. Она берет палочку и пытается, ну уж раз крючка-то нет, пытается вытащить это ведерко, вот тычется проволочкой. Это уже второй раз, не первый раз. И смотрите, внимание. Вот благодаря сплошной видеосъемке во время опытов мы имеем этот экспромт. Но суть здесь в том еще, что первый, я не понимаю, впервые у меня, чтобы перескочил другая картинка, это уж что-то совсем интересное. Первый раз она делает этот крючок, тыкая проволокой вот здесь в угол подноса. И трудится довольно долго, и крючок такой слабый, но тем не менее крючок она им вытаскивает. Когда она возвращается на присаду, она останавливается вот в этом месте, стоит спиной и что-то крутит головой. Такое впечатление, что она смотрит, и, ой, тут же щелка под этим основанием. И в следующий раз проволоку, она же засовывает очень быстро то, что вы видели. Так вот, какие бы ни предлагали этой вороне заготовки, не лезущие в трубку, она доводит их тем или иным способом, подгоняет так, чтобы они проходили в трубку, чтобы крючок был, так сказать, исполнял свои функции. Вот авторы пишут, что, наверное, у Бетти есть мысленное представление того, что она хочет изготовить, какое орудие она хочет сделать. И напоминаю, что в природе Бетти использует. Вот ее крючок в природе, и вот из какого материала он изготовлен. Это из веток дуба. То есть опять, так же, как у шимпанзе, так же, как у орангов, разные способы достижения одной же и той же цели. Очень разные способы изготовления орудий. То есть вот эти опыты Кёллера и многочисленных его последователей позволили сделать следующие выводы. Во-первых, человекообразные обезьяны и высшие птицы могут применять орудие при первой же встрече с новой ситуацией. Могут применять одно орудие разными способами. Решать одну и ту же задачу с помощью разных орудий. Ну и то, о чем мы почти не говорили, они могут планировать целую последовательность действий с разными орудиями, с разными задачами, чтобы в конце концов добиться нужного результата. Наконец, в опытах Ладыгина и Коц из 600 различных заготовок Парис изготовлял, добывал каждый раз ту палочку той толщины и длины, которая нужна ему для добывания приманки из трубки. На основании всего этого высказывается предположение, что животное анализирует условия задачи,
выявляет структуру задачи, ну, какие-то функциональные или причинно-следственные отношения между элементами, и формирует мысленный план решения, который осуществляется в разных вариантах. Ну, что касается подобные задачи можно предлагать, ну, высшим животным, которые, ну, вот птицы, правда, вроде бы у них нет органов манипулирования, но они справляются и ногами, клювом достаточно. А вот как исследовать других животных? Могут ли они решать новые задачи? И тут существует целый пакет подходов для оценки способности к экстренному решению новых задач. И в частности, задачи, которые разработал мой учитель, основоположник, сооснователь нашей кафедры Леонид Викторович Крушинский, который... в работах которого проведено физиолого-генетическое исследование зачатков мышления у представителей 5 групп классов позвоночных. И самый он разработал несколько задач, но такая наиболее употребимая задача – это задача на экстраполяцию направления движения раздражителя, вот кормушка с кормом, которая скрывается за непрозрачной преградой. Какое-то время движется, животное прослеживает путь, а затем приманка справляется, скрывается. Вопрос, с какой стороны нужно обойти вот эту ширму, достаточно высокую, чтобы получить корм? Для этого надо мысленно себе представить, что раздражитель, который начал двигаться прямолинейно и равномерно влево, после преграды, вероятно, на скрытом участке будет двигаться в том же направлении. И вот такая задача была предъявлена представителям огромному числу, ну, тысячам животных в общей сложности. Здесь вот если животное решает наугад, правильных ответов 50%, 50-50, вот это вертикальная линия. Так вот, оказалось, что никто, ни один вид рыб эту задачу не решает, вот хоть ты тресни. У амфибий какие-то просветы, намеки на небольшое преобладание обходов со стороны корма есть, но недостоверно. А вот уже рептилии, водные черепахи, сухопутные черепахи, ящерицы, все они преследуют приманку, обходят ширму со стороны, в которой скрылся корм, в достоверном большинстве случаев. То есть уже на этом уровне у древнейших общих предков. Так, можно потише, а? По-моему, вас слышнее, чем меня. Уже на этом уровне закладывается вот самая элементарная, простейшая способность к решению простейших, элементарнейших задач. Дальше идут птицы, и здесь решают эту задачу практически только врановые. Вот древние виды – куры, утки, голуби, хотя проведено большое количество опытов, но с задачей с этой они не справляются. И если нет времени это все объяснять, но показатель развития мозга у кур, уток, голубей – 3, индекс 3 или 4 – а у врановых 16-17. И вот эта дистанция огромного размера вот находит свое отражение в таких результатах. Далее млекопитающие, тут есть разнообразие. Во-первых, дикие грызуны решают первый раз очень неплохо, но зато потом над ними начинают власть. Повторить правильное решение они практически не могут, потому что раз корм вот она нашла с правой стороны, ну так и надо туда ходить. Корм там. А лабораторные мыши и крысы вообще эту задачу решают на чисто случайном уровне. То же самое кролики. Хищные млекопитающие все с задачей справляются лучше или хуже. И решают задачу дельфины. Причем вот при первом предъявлении, сколько их было, конечно, не очень много, человек 10, но тем не менее все они так же, как и волки, обходили ширму с правильной стороны. Таким образом, мы видим, благодаря вот этим многолетним работам нашей лаборатории, было показано, что зачатки мышления, способности к решению новых задач существуют не только у
антропоидов, но и у более примитивных животных, начиная с рептилий. Но в пределах каждого класса существуют свои градации, причем высшего уровня достигают и птицы, и млекопитающие. И все это зависит от уровня развития морфофункциональной организации мозга. Ну вот Леонид Викторович, книги его до сих пор мы переиздаем, они востребованы. И к его столетию мы собрали вот такой посвященный ему сборник, в котором собраны работы за 30 лет прошедших, работы учеников, последователей, единомышленников. А назвали мы эту монографию так же, как его первую монографию. Потому что оказалось, что вот все основы исследований, все вопросы, проблемы, поднятые в этой книге в 60-м году, они были уловлены, вот понимаете, просто с гениальной интуицией. Это какие-то генеральные линии развития науки, которые остаются горячими, так сказать, точками в настоящее время. Ну и теперь, конечно, на каждом этапе мы исследовали эти проблемы с присущими каждому этапу, с помощью присущих каждому этапу современных методов. Вот. Но мы помним, что мышление – это не только решение новых задач, но и главное мышление – это обобщенное, опосредованное отражение действительности. Вот как с этим обстоит дело у животных. И для этого существует блок методик, блок подходов для выявления разных уровней обобщения, вот до понятийного и до вербальных понятий и способности к символизации. Значит, мы уже говорили, что главная операция мышления – это операция обобщения, то есть переработка поступающей информации путем мысленного объединения предметов, явлений, событий, всего, что воспринимается, мысленного объединения по общим для класса данных предметов существенным признакам. И вторая операция, которая с ней связана неразрывно, операция абстрагирования. Вот мысленно объединяются по общему важному признаку, невзирая на сопряженные второстепенные какие-то моменты. Это очень большой цикл работ и мировых, и нашей лаборатории, в результате которых было показано, что животные могут обобщать признак число и формировать такие понятия, как сходство, больше и некоторые другие. Причем обобщать или формировать, допустим, обобщение по признаку определенная форма, треугольник вообще, красный цвет вообще, независимо от формы. И выделяют два уровня обобщения. Вот в пределах одной категории обобщить все предметы там, красного, выбирать любые предметы красного цвета или любые предметы, которые соответствуют образцу по цвету. А есть уровень абстрактный, уровень довербальных понятий, когда животные переносят обобщение на новые стимулы другой категории. Ну, сейчас я коротенько вот скажу, мы рассмотрим только формирование понятия сходства, наиболее такое отвлеченное и очень важное. Значит, методику эту ввела Ладыгина Коца, состоит она в том, что животному предлагается некий стимул, стимул-образец, и две, ну, в данном случае кормушки, но это реализуется все по-разному, какие-то стимулы для выбора, один из которых образцу соответствует. Ну, когда работала Надежда Николаевна, то перед ней на столе сидел шимпанзенок двухлетний, стояла такая подставочка, на которой были разложены деревянные фигурки. Она ему показывала пирамидку и говорила, вот выбери такую же. Когда он тыкал, брал шарик, нет, кубик, нет, а вот взял пирамидку, ай, хорошо, ай, молодец, конфетка и так далее. И Йони улавливал вот этот принцип, выбирай такую же. И
именно таким образом, выбирай по цвету, выбирай по форме. Именно таким образом Ладыгина Коц описала способность шимпанзе к обобщению. Ну, мы сейчас берем уже современную такую методику, принцип которой тот же. Вот черный образец, выбирай черный стимул, белый образец, выбирай белый стимул. Получаешь свои три червяка, законную награду за это дело. Но если проводить такое, и это не для вот птиц, это сложная задача. И для того, чтобы научить их выбирать черный по черному, белый по белому, потребовалось около 2000 повторений. И после этого, для того, чтобы сформировать правила, выбирая их по сходству по-любому, мы провели вот такую вот серию опытов. Значит, сначала вот первое, черный по черному, ну, условно говоря, это не цвет, но тем не менее. Потом научили выбирать с помощью, по сходству цифр. Ну, для птиц это закорючки. И по множествам. Все это заняло, вот все вместе заняло 3000 проб, две из которых первый набор стимулов. А дальше к этим базовым наборам мы добавляли новые стимулы этих знакомых категорий. Вот здесь вот добавили оттенки серого, новые цифры, новые множества. И провели тест с совсем незнакомыми, где участвовали только новые стимулы, тоже трех категорий. И вот здесь выяснилось, что птицы уже оперируют понятием сходства, переносят, сходу выбирают стимулы, если они относятся к знакомым категориям. А вот дальше самое главное. Тест, проба на стимулы новых категорий. Здесь признак, размер. Вот большой кружок на образце, и фигурки, ничем они не похожи на этот кружок, да? Ну, цвет черный одинаковый у всех, размеры, форма другая, но этот большой треугольник. И птицы стали выбирать по сходству размера. Ну, а здесь маленький. И вот подобных тестов на перенос на новую категорию стимулов было тоже проведено несколько, после чего мы сочли, что теперь они обладают абстрактным понятием сходства вообще, и можно использовать этот, так сказать, инструмент, эту задачу как инструмент для исследования других когнитивных функций. Это, ну, как шло обучение. В частности, прежде всего, мы одно из свойств человеческого мышления – это мышление по аналогии. То есть выбор между стимулами, которые обладают сходством в каких-то одних отношениях, вот два стимула похожи, а во всех остальных отличаются. И говорят, что вот это сходство – сходство по соотношению. Вот стимул А большое аналогичен стимулам ББ заглавное, но не аналогичен стимулу СД заглавное и не аналогичен стимулу А большое, А малое. И для того, чтобы исследовать эту способность, проверить возможность вот такого analogical reasoning, была проведена серия минимум из каждой серии по 400 предъявлений. Причем сначала мы проверяли, не забыли ли вороны вот этот принцип сходства. И давали им легкие задачи. Вот два кружка. Для выбора другого цвета кружки квадратики, понятно, они выбирают кружки. Здесь для выбора разные формы фигуры, и они выбирают, несмотря на другой цвет, эти фигуры. А вот тест, смотрите, ни одна из фигур на образец ничем не похожа, ни цветом, ни формой. Тем не менее, что делают вороны? В 80% случаев они выбирают стимул, который, так же как образец, характеризуется соотношением элементов, разные по форме.
потом проверка опять со знакомыми и тест. Две фигуры одинаковой формы. Опять ничего похожего внешне, но они выбирают два кружка, потому что это стимул, состоящий из двух одинаковых элементов. Таким же образом мы проверили сходство, аналогию, как они реагируют на аналогию по цвету и так далее. Ранее подобная способность абстрактного мышления была обнаружена только у человекообразных обезьян в 2003 году, вот работа ВОН. А низшие обезьяны, павианы, должны долго учиться, и тысячи предъявлений, вот такую вот, такого рода схему надо гнать, повторять вот каждое это сочетание, чтобы постепенно у них сформировались выборы стимулов, которые соответствуют образцу по соотношению элементов. То есть, ну и посмотрите, вот как это выглядит. Ну, слушайте, это новые, вот первые, я столько знаю от компьютеров вреда, извините, от презентации, но чтобы перескакивали слайды, это вообще что-то. Давайте мы закончим, и я тогда разом покажу эти картинки, потому что иначе мы никак не уложимся. То есть вот это, и тот же принцип, вот эта же задача, выбирая по сходству любого с любым, была положена в основу изучения символизации, еще одной более сложной, самой сложной психической функции человека, которая лежит в основе речи. То есть символизация – способность устанавливать эквивалентность между предметами, действиями, явлениями, понятиями, все, что лингвисты называют обозначаемым, и некими стимулами, которые исходно были безразличны для субъекта, но постепенно становятся знаками-символами. Ну, сначала у шимпанзе долго формировали понимание того, что двойка соответствует множеству из двух элементов, тройка из трех и так далее. Причем оказалось, что шимпанзе могут даже складывать такие цифры. Вот в каждом тайничке лежала карточка. Один, допустим, два, а тут ничего. Обезьяна заглядывала в один тайник, в другой, в третий, подходила и брала цифру три. То есть она запомнила двойку, запомнила единицу и выбрала суммарную цифру. Это один из критериев числа, способность совершать, ну, операцию обобщения, операцию сложения и другие арифметические операции, но это у человека. А мы применили другую процедуру. Мы знали, что вороны хорошо запоминают число единиц подкрепления, связанное со стимулами, ну вот, допустим, с карточками разного цвета. И мы провели такую демонстрационный период, сессию. Простенькая задача, три элемента, и тут три элемента. Но за каждый, за множество три они получали три червяка, за цифру три тоже три червяка, за четыре множество и цифру по четыре единицы подкрепления и так далее. И в тесте, когда мы образцом служила цифра, они выбирали правильное множество, а когда образцом было множество, они выбирали правильную цифру. Здесь подкрепление мы кладем в обе кормушки. Как бы она ни среагировала, она получит свое, так чтобы не вести подкрепление, не в процессе тестирования, не обучать. Так вот, за счет чего же получился такой высокий результат? Существует у животных такая, у человека и у высших животных способность к транзитивному заключению. Если стимулы упорядочены, образуют некий переходный такой транзитивный ряд, то если А равно Б, если Б равно С, то А равно С. Если А больше Б, Б больше С, то А больше С. Вот такие задачи соответствующие врановые птицы решают. И мы предположили, что когда в процессе сессии демонстрационной вороны получили информацию о том, что тройка, вот А, это
равна трем червякам. И множество, три элемента, тоже равно трем червякам. То они заключили, что тройка равна множеству. Если А равно Б и Б равно С, то А равно, то А равно С. Ну и то же самое мы проделали с множествами и цифрами до восьми элементов. И дальше птицы правильно выполнили тест на сложение, так же, как и шимпанзе ранее. Ну, чтобы бегом и хоть как-то все-таки кончить, я покажу вам еще последнюю нашу серию, которая говорит, в которой мы проверяли, вот какие еще, какими символами могут ли они обозначать символами сами эти понятия, сходство, различия. Same different, various, same various. Опять выбор по образцу, но это методика выбора условного. Мы объясняем, так сказать, вводим, даем птице информацию, что вот эта галочка «В» говорит о том, если видишь галочку «В», выбирай фигурки разного размера, потому что, а если видишь «С доллар», то выбирай фигурки одинакового размера, «Same». И это проводилось вот с такими стимулами, разными фигурами, проводилось довольно длительное, простое, условно-рефлекторное обучение. Они долбили. В – это разный, С – это одинаковый. Додолбили. Сделали перенос. Такие же стимулы знакомой категории, тоже по размеру, но фигурки другие. Одинаковые по размеру и одинаковые, разные по размеру. Справились. А потом дали стимулы новой категории. Здесь фигуры были разными по форме или одинаковыми по форме. И с этой задачей птицы уже справлялись с первого раза. А потом, то есть для них вот этот образец служил указанием на выбор разных по форме или одинаковых по форме элементов. И достигали они этого с самого начала, у них шло 80% правильных выборов. Это очень высокий, очень достоверный результат. Но я не знаю, товарищи, что здесь, что сейчас... Нет, все правильно. На этот раз правильно. Сейчас я хочу откатить назад. Вот предлагается, посмотрите, процесс принятия решения. Это вот только благодаря этой регистрации. Очень редко такое бывает. Вот она от правильного к неправильному, опять подумала и в конце концов затормозила произвольное вот желание первую попавшуюся крышку скинуть. Ну, а здесь дальше пошло как по маслу. Same, так same. Так, ну и вот таким вот образом, ну, последнее. И последнее. Ну и дальше мы проверили, понимают ли, есть ли у этих отношений симметричность. То есть, что будет, если мы спросим ворону, вот эти фигурки, они одинаковые или разные? И начиная с первых же предъявлений, когда в качестве образца предъявлялись вот пары фигур с тем или иным соотношением, вороны нам диагностировали, это разные, а это одинаковые. И опять вот это довольно редко, так сказать, наблюдаемое явление, и то же самое показано нами на попугаях. Следовательно, птицы связывали, не просто условный рефлекс вырабатывали, не конкретные стимулы запоминали, правильные и неправильные, а оперировали действительно понятиями сходное, различное. И таким образом к настоящему времени существует, показано, что животные способны пользоваться символами, цифрами в пределах 7-8, шимпанзе и птицы.
пользоваться символами категорий, материал, число, цвет, форма, это шимпанзе и попугаи в опытах Пипперберг, пользоваться символами для обозначения понятий, сходства, отличия. И дальше мы посмотрим, как это проявляется при обучении обезьян целым языкам посредников в следующий раз. А сейчас давайте запомним, что у животных обнаружены зачатки всех способов, форм и операций форм, которые присутствуют в мышлении человека. Зачатки мышления обнаружены у животных разных таксономических групп, относящихся к разным ветвям филогенетического древа. Потому что мы не поминали дельфинов, но они ведут себя во многом сходным образом с высшими обезьянами и с птицами. Ну и понятно, что чем сложнее мозг, тем большим числом форм мышления обладает животное. Ну и, наконец, есть такие простые универсальные виды мышления, которые доступны даже рептилиям, птицам, млекопитающим с самым примитивно организованным мозгом. Спасибо за внимание.